В городе Иваново недавно открылась выставка работ юных техников области. Здесь представлено более 300 экспонатов. Гостей принимает Валентин Александрович Яблоков. Несколько десятков лет он посвятил техническому творчеству молодежи. А открыл выставку робот по имени Электроник. Вас приветствует робот Электроник. Вас приветствует робот Электроник. Моя родина, город Иваново, клуб юных техников фабрики имени Ольги Афанасьевны Варенцовой. Меня сконструировали ребята, которые занимаются в нашем клубе. Они меня научили говорить и ходить по программе. До скорой встречи в нашем клубе. Руководит этим кружком Владимир Иванович Боченков. Многие из экспонатов были представлены на Всесоюзной выставке технического творчества молодежи в Москве. Ребята продемонстрировали и высокое техническое мастерство, и главное – стремление к мечте. К мечте о будущем. Свою выставку ребята посвятили 20-летию космического полета Юрия Гагарина.